Итак, господа, вот у нас привод воздуха, коробка, вот здесь фильтр стоит, мы его сняли, и вы решили себе почистить заслоночку. Сняли, когда начали снимать всю эту коробку, сделали так, раз, потому что вот здесь вот стоит шланг, про который вы забыли, и в результате вы его отломали. Вот, шланг вакуумника. Вот та хрень, которую вы отломали. По крайней мере, я отломал. Что делать? Покупаем вот такую штуковину. Это из набора для капельницы. Капельный набор. Ну, медицинский набор капельниц. Вот, соответственно, сюда он идеально подходит. Мы его сюда вставим в дальнейшем. А сейчас нам нужно его поставить вот сюда. Здесь делаем отверстие на 6,5 мм и вкручиваем вот эту хреновину. И потом ставим сюда непосредственно вот этот шланг. Ну, собственно говоря, вот так. Прежде чем чистить заслонку, не забывайте про этот шланг. Всем пока.